Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас коротенький ролик, где я покажу два сорта винограда, которые нас приятно удивили в этом сезоне. Итак, у нас 21 августа, и кто нас радует, это Супер Экстра. В этом году тут ничего не нормировали, и в принципе у нас виноградник такой оказался достаточно запущенный. Но чем порадовало? Во-первых, хорошим опылением, такие вот, хорошие, красивые грозди. Конечно, они могут быть еще больше. Ну, здесь условия такие, да, здесь близкий пристенок, достаточно плохое проветривание. И если кто-то думает, что вот пристенок дает свое, ну, на самом деле здесь солнце приходит, вот, смотрите, сейчас 12 дня, да, и здесь солнышко только краешком попадает, а вечером тень от соседнего дома, то есть солнце здесь достаточно непродолжительное время. Тем не менее, 21 августа уже на достаточно зрелые желтые ягодки. Да, может быть, на камере плоховато видно. Вот пытаюсь чуть-чуть гроздочку вытянуть на солнышко. Вот и здесь, ну да, конечно, с теневой стороны есть там немножко зеленовато. С более солнечной ягоды желтые, и они уже вкусные. Сладенькие, чувствуется легкий мускатик. Обычно мы ее ели в конце августа, но в этом году, вот 21 числа, уже можно понемножку кушать. То есть, несмотря на сложный год, в общем-то, она плюс-минус в своих сроках. Даже, может быть, в небольшой плюс. Руссен янтарный, уже жемчуг запорожский. Да, есть у меня небольшой грешок в виде плохого опыления, но чем радует. В этом году у нас сильное отставание вегетации, и многие сорта ранее отстают. Тем не менее, Руссен идет плюс-минус в свои сроки. 21 августа у нас сегодня. 21 августа его уже можно кушать. Ягода сладкая, ягода приятная. Конечно, не все ягодки на грозди дошли до нужной кондиции. Но с учетом всех вот наших природных катаклизмов и с учетом того, что растет он здесь на самом деле в такой, можно сказать, даже полутени. Вот, вот здесь даже видно, вот эти вот ягодки, они желтые, они уже вкусные. При этом он еще и повисеть на кусту может достаточно долго. И, конечно, очень радует тем, что вот, несмотря на такие природные катаклизмы, созревает плюс-минус свое время. Были годы достаточно хорошие, когда мы его пробовали конца августа, да, там 31-го, сейчас 21-го, и вот уже можно кушать розы в чуть лучших условиях, в принципе, может быть, уже можно было бы кушать и все ягодки. Вот еще покажу гроздочку, да, плохо опылилась, но здесь совсем такой коридор, тем более, что во время цветения нас не было, чтобы немножко проветрить и как-то улучшить это самое опыление. Но вот здесь очень четко видно, особенно по мелким ягодам, цвет. Эти зеленые, эти уже совсем такие желтенькие, всю вот эту мелочь уже смело можно съедать. В общих обзорах я еще обязательно покажу вам эти сорта. И Руссен янтарный покажу еще вам чуть позже на втором участке. И тоже расскажу определенную историю про него. Сорт, который, ну, на самом деле продолжает приятно удивлять. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!